You're just trying to hurt me. You want to hurt me. Why can't we stop time? Всем привет! И мы продолжаем Mass Effect. Не хотела просто откладывать это дело, так как на вере это очень важная часть сюжета. Несмотря на то, что я не люблю на верию из-за того, что скоро сейчас произойдет, минут через 10. Так что давайте не медлить. Здравствуйте. И, кстати, сейчас... Короче, сейчас зайдем. Понятно, что было у матриарха в ящиках. Па-па-па. Вообще, впервые увидела, просто вчера проверяла. Вообще, пойдет у меня с этим багом. Вообще, впервые увидела, что здесь есть пушка. Весело на самом деле, конечно. На более сложной сложности это, наверное, еще веселее бы было. Че не взрываешься? Че, все? Вроде все. Он не хочет взрываться. Намеренно просто. Сейчас нас отчитают, что мы тут натворили. Что вы здесь устроили, капитан? Я? Я потерпевший. На нас напали геты. Геты? По-вашему, я... Откуда они взялись? Могу предположить, что матриарх привезла их с собой в контейнерах. Я в это не верю. Ее багаж прошел через сканеры. В нем не было ни источников энергии, ни нулевого элемента. Если они были в контейнерах Бенезии Сама, здесь их может быть еще много. Мне нужны цифры, капитан. Десяток? Сотня? По крайней мере, десятки. Это машины, их можно плотно упаковать. Я должна доложить совету директоров. Если слухи о гетах распространятся, инвесторы запаникуют. Так, посмотрим перед тем, как садиться в Мака. Что у нас тут есть? Набор улучшений. Опять... Я перед тем, как начать, все-таки почистила мой инвентарь, насколько могла, конечно. Из-за того, что я не знаю, что мне надо, что мне нет, я всегда кучу всего оставляю. Про запас. И поэтому у меня вот вываливается практически всегда цистерна с горючим. Так, тут ничего нет. Хода нет. Чё стоишь-то? Иди на пост. Ладно. Побежали к Мака. И, в общем, вчера я проверяла, зависнет ли у меня, ну, вообще, будет ли запись при таком странном изображении. Вы поймете, о чем я, когда мы наберемся. Так, давайте. Сейчас будет очень много гетов. И зимушка, зима. Сейчас мы можем, да, расслабиться, но как только мы приблизимся к определенной точке, текстуры у меня слегка накроются медным тазом. Тут в игре вот такая штука происходит два раза. Здесь и на последней локации практически. Вот. Но я с этим никогда ничего не делаю. Хотя там вроде бы есть способ отключения теней, что ли, в игре. И тем самым вроде как это все нормализуется. Ну что ты бежишь как тормоз? Давай. Пистолет.
опять собираем кучу хлама. Чё бы нет. Так. Так, турель уничтожена. Вчера, конечно же, я их не уничтожала все, потому что мне было просто пробиться сквозь них. И что ты не уничтожаешься? О, такое дело. Блин, дурацкий щит. Что-то у вас тут больно много, душки. Ракетницы. Так, там что-то валяется. Пор улучшений. Пока мы не уничтожим этих падл, я к нему не смогу подойти. Да? Коцари знатно. Там кто-то еще есть? Вроде нет. Давайте тогда к улучшениям. Так. Ну. Взять. Конечно, мы можем отхилиться, но... Не думаю, что и в этом есть. Тут, скорее всего... А, нет, можно. Я думала, как в этом будет, где мы там были. Ну, когда Ляру спасали. Пять шагающий. Но это маленький. Вроде он не считается таким, как там был. Так. Давайте все-таки подождем чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Я буквально чуть-чуть подождала, чтобы щит остановился. Мака. Так. Тут еще кто-то есть. Был. Скотина, все равно попал. Ну, вроде без особых. Ага. Запертый ящик. И не один. Ну, давай. Так, как лучше-то? Пять, сейчас мой засрется. И без того засранный инвентарь. Так, вроде ничего больше нет. Пойдем. О, он все время это все это время восстанавливался. Прикольно. Так. Там еще впереди наш. Нас не оставят в покое. По этим сторонам вроде ничего нет. На радаре пока ничего нет. Он на радаре сверху посидит. Я не вижу, по крайней мере. Ничего особого. Так. Я с этими ракетами. Я тоже так могу. Вроде даже восстановили почти что щиту Маку. Так, там впереди опять что-то красненькое виднеется. Так, увернуться бы. Но я уже не могу увернуться. Так, что-то за... Как утопленнику просто. Так, ладно.
Так. По-моему, не очень много осталось. Не знаю, чего людям не нравится Мака. Хотя я тут на днях смотрел, как люди пытаются на транспорте играть в первой части Tomb Raider. Я понимаю, откуда такая ненависть к Мака и транспорту. Я думаю, не у всех есть опыт такой. Хоть какой-нибудь. У меня-то он был в гонках. Хотя я не могу сказать, что я прям любитель гонок была. Просто играла как бы. Ай. Так. Не сухо. Ну ладно. Но научилась. Потому что когда я играла впервые в гонки, каждый поворот меня присутствовал. Потому что я не понимала систему, как нужно играть вообще в принципе. А потом, когда научилась, было небо и земля больше, конечно. Так, тут, по-моему, что он показывает. Ну ладно. Каждую крысу не будем уничтожать. Так, мы уже скоро у цели будем. Ну да, вот. Сейчас нас сюрприз ждет. А, не удалось. Так. Сейчас мы выйдем, и будет сюрприз. Для меня неприятный каждый раз, к сожалению. Я думаю, вряд ли. Вот, смотрите, какая красота. Так. К сожалению, это будет достаточно долго. Но хотя бы посмотрите. Так, у меня тут все стоит. Я вообще без понятия даже куда стрелять, потому что вы понимаете, насколько это все. Скорее всего, это дрон, да. Даже подписано было. Ой, как это было опрометчиво. Да, мы сдохли. Эпическая смерть. Если честно, первый раз здесь сдохла. Я здесь никогда не умирала. Ну и то, что заговорилась, и что этих идиотов не расставила куда надо было, а надо было вот так вот, скорее всего, сделать. Заговорилась. Пожалуйста, встаньте, вот куда я вам говорю? Чтоб мы с вами не ругались. Так, я вообще без понятия, куда стрелять. Из-за этих черных квадратов я просто... Вот, замешать. Давайте что-нибудь. Охренеть, конечно. Так. Что там такое? Я не знаю, куда стрелять. Вообще без понятия. А, это Кроган. Понятно. Уже легче. Так, это был Кроган, оказывается. Ой, ну было весело, да. А, там еще кто-то. Что поделать? Бляха.
Так. Это что? Сингулярность. Что-нибудь еще кинуть? К Роганам вообще нельзя вставать. Вниманию пользователей. Все комплексы вершины 15 сильно повреждены. Так. На территории присутствуют биологически опасные материалы. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Да, по всей видимости, нам все. Надо снова включить реактор. Да, нам теперь нужно включить реактор. Блин. Давайте за унигель. Так, что тут еще есть? Ну, такая вот наркомания нас ждет довольно-таки долго. К сожалению, я всегда с этой наркоманией играю, но как бы пришлось привыкнуть. Это куда? Ага. Так. Понятно нам, что нам туда. Ну, давайте пройдемся по периметру, может там ящики какие-нибудь. Да, когда я увидела это впервые, мне тоже было неприятно. Я вообще испугалась, если честно, что вот это вот все будет всю игру. Но нет, как я только приблизилась к Гипенезии примерно. Так, тут ничего. Давайте пройдемся. Ну, кстати, плюс того, что вот тут даже если какие-то ящики, которые ты можешь взломать, они тоже вот таким черным цветом помечены. Как бы. Вроде как так. Ладно, пробежимся прям вот. Ну тут, по-моему, ничего нет. Ну вот, да, тут какие-то глюки происходят. Я вообще боялся, что запись не будет в таком состоянии происходить, поэтому мне было дико необходимо это проверить. И, собственно, я проверил. Так, это ящик. Ну ладно, все. Как бы. Вот такая вот у меня веселуха. На черные квадраты. Нападать. Это примерно так. Я вот не знаю, что это вот это. Вот Турели смотрит не в ту сторону. Им так же важно никого не выпускать наружу, как не впускать никого внутрь. По-моему, они то ли активируются. Мы же все-таки выберемся когда-нибудь отсюда. Так, это лифт. Так, пойдем на пост охраны сначала. Я не помню, что здесь, к сожалению. Так, взять все. Ну, собственно, тут нычка была. Ну, посмеетесь от души просто. Так, ну тут точно никуда больше нельзя пойти. Гараж, теперь кафетерий. Как бы это странно не смотрелось. Вот так вот. Ну хотя бы не все текстуры похерены. Прикиньте, был черный экран бы. Вот это было бы веселуха. Ориентироваться бы по красным целям бы можно было бы. Так, вот опять кто-то. Встаньте, пожалуйста, вон туда. Молодцы. Вообще не знаю, куда стрелять. С одной стороны, это даже смешно. Так, тут еще показывает. Что тут еще что-то есть. Блин. Ну, гет еще более-менее похож на что-то. Так, тут еще кто-то. Это ты? Нет, это не ты. Это ж прикольно угадывать сидеть.
животные, ветер. Тут все в плохом состоянии. А это Рахни, по-моему. Да, это Рахни. Так, подожди. Идите сюда, мои дебилы куски. Так. Да, тут маленькие паучки. Ну, сейчас мы их не увидим, конечно же. Так, сидите здесь, пожалуйста. Так. Тут можно сохраниться? Нет, пока я, типа, их не убью. Всех. Тут такая система действует. Да блин, сейчас, секундочку. О, наконец-то бегать начал. Это я зажимала. Вообще ничего не происходило практически. Так. Какого хрена ты вообще? Я вроде бы не зажимала ничего такого. Окей, ладно. Слишком много времени тратим на это. О, да-да-да-да, это Рахни. Сейчас что-нибудь придумаем с тобой. Они пуляются ядом, по идее. Но, к сожалению, мы сейчас не можем на них посмотреть и лицезреть. Так. По-бырому надо сломать звонки. Так, замок. Тут какая-то кодосная фигня. А чё, она не открывается? Так, чё вы припёрлись? А, понятно. Так. Встаньте куда-нибудь сюда, пожалуйста. Товарищ. Так, вот аптечка. Это интересно, написано аптечка, берется пенициллин. Тут таковой аптечки-то нет. Пенициллин это... мазь такая. Где? Ага, вижу. Что-нибудь с тобой сделаем. Это что? Стазис. Кстати. А что-то забыла. Когда существо в стазисе, тут нельзя ничего с ним делать. Ай, пульнула. Вот вы видели, она меня пульнула. Ее можно было сюда не заходить вообще, в принципе. Так. Тут к лифту. Но сейчас, по-моему, не надо к лифту. А, это обратный путь. Так, вспомнила, да. Или нет. Я, как обычно, скретинизмом своим. Но если у нас палочка показывает, что нам нужно сюда, куда-то. Куда палочка показывает? Сюда куда-то. Да тут вообще-то как бы мест больше нет. Ну да, как бы. А Мира, это, по-моему... А. Ой, господи. Сейчас все будет, подождите. Так, мы тут, слава богу, хоть оббегали все, поэтому не будем на это обращать внимание. Постепенно тут текстуры немножечко улучшатся, но это будет так медленно, насколько можно. Могли бы музычку какую-нибудь поставить, серьезно.
Так, на всякий случай, вставайте тут. Да, я недаром вам сказал это. Охота на квадраты. Резервная энергосистема, капитан. Должно быть для главного здания станции. Ошибка запуска. Интерфейс виртуального интеллекта отключен. Требуется ручная загрузка. Угу. Так, ну сейчас у нас все эти двери закрыты, потому что нам нужно поболтать с искусственным интеллектом. Сужение связи, видите, тоже все выключено. Я первый раз когда проходила, немножко здесь плутала. Оу, как сильно на самом деле, как я плутала здесь. Бляха-муха. Как же это тонко-то, а? Похоже, что вышел из строя. Вы можете попытаться вручную скоп модули данных, либо... Давайте попробуем ручной ремонт, но я, к сожалению, вообще не понимаю, что здесь делать надо. Выберите модуль, который хотите переместить. Короче, вы предполагаете, короче. Без понятия, как это делается. В смысле? Достаточно у недели? Ща я тебя найду. Ща прям вот тебя найду просто. За милую душу просто. Никель. 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 Сколько у меня никель? Где написано никель? Секунду. Ну, в общем, я накопила у никель. Подтвердите свой выбор использования 100 единиц. Ок. Ядро деактивировано. Серьезно, можно было, конечно, попытаться покопаться. Похоже, вы пытаетесь восстановить комплекс. Вам нужна помощь? Ты виртуальный интеллект, управляющий станцией. Система откликается на имя Мира. Позвольте узнать ваше имя. Капитан Шепард. Я служу в спецкорпусе тактической разведки Цитадели. Одну минуту, пожалуйста. Полномочия Совета подтверждаются. Вам разрешен особый доступ ко всем системам. Просьба учесть, что для запросов о корпоративных секретах необходим привилегированный доступ. Он возможен только для представителей Binary Helix. Система готова к обработке запросов. Вы можете связаться со мной через любой голографический интерфейс вершины 15. Мне нужно найти матриарха Бенезию. Леди Бенезия отбыла на монорельсе во вспомогательную лабораторию станции Расселина. Вниманию пользователей! В настоящее время система монорельса не действует. Какова здесь ситуация? Одну минуту, пожалуйста. Идет диагностика. Критический сбой. Главный реактор отключен в связи с экстренными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Критический сбой. Наземные линии связи отключены. Движение монорельса прекращено. Конец сообщения. Вы хотите ввести дополнительный запрос? Ты знаешь, почему выключили реактор? Прошу прощения, в тот момент я была отключена.
Отключение происходит в случае, если вероятен прорыв реактора или в лаборатории произошло аварийное загрязнение. Предполагается, что биологические загрязняющие объекты погибнут из-за падения температуры. Механические объекты также могут быть повреждены. Отключаем отопление и ждем, пока то, что мы выпустили, замерзнет. Как восстановить подачу энергии? Необходимо открыть клапаны системы подачи гелия-3. Это можно сделать с помощью элементов управления самого реактора. Расскажи, что здесь случилось. Прошу прощения. Требуется более точный запрос. Расскажи, что случилось перед тем, как тебя отключили. В лаборатории была объявлена тревога первой степени. В отделении гамма произошло загрязнение. Были введены в действие меры безопасности. В лаборатории была объявлена тревога второй степени. Произошел прорыв изоляционной камеры. Было прекращено движение монорельса. Связь отключена. На месте была объявлена тревога третьей степени. Загрязнение проникло в тоннели. Станция была закрыта. Началась эвакуация. Был отправлен сигнал Омега. Какого рода загрязнение имело место? Простите, капитан. Для получения ответа на этот запрос требуется привилегированный доступ. Его имеют только представители Binary Helix. Так. Те существа, с которыми мы встретились, они из лаборатории? Простите, капитан. Для получения ответа на этот запрос требуется привилегированный доступ. Короче, у меня его нет доступа. Его имеют только представители Binary Helix. Почему тебя отключали? В случае, если вершина 15 должна быть подвергнута стерилизации, мою программу и все данные удаляют. Если что-то идет не так, тебя убивают? Мои системы отключаются. Убить меня нельзя, так как я не живое существо, а всего лишь программа базы данных. Так. Мы вроде бы все тут обсудили. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Так. Внимание у пользователей. Теперь нам нужно вручную... Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Так, это внимание у нас... Внимание у пользователей. На зем... Это у нас... Да, как же я терпеть это не могу. Так. Реактор. Кафетерий. Монорельс. Дневные линии отключены. Давайте попробуем сюда сходить. Я просто не помню, как это делается. Вот вообще просто не помню. Вы выходите на крышу. Внимание у пользователей. Наземные линии отключены. Движение монорельса прекращено. Угу. Значит, все-таки надо. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной. Тут прям. Ой. Так. Мои дебилокуски. Быстро. Ай, господи. Так. Пожалуйста. Знала бы я об этом. Было бы попроще как-нибудь. Хотя я, скорее всего, знала. Но как бы обычно, как обычно, отвлеклась. Чего в тебя клюнуть-то? Так, еще что? А, ты еще жива? Вообще не понять просто, что происходит. Отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск.
Связь восстановлена. Обрабатываю новые данные. Внимание пользователей. Подключение к лабораторным службам невозможно. Ты знаешь, почему выключили реактор? Так, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Расскажи, что бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Требуется более точный запрос. Дай мне обзор по лабораториям. Прошу прощения. Короче. Связь с лабораториями нарушена. Информация ограничена. Это все, что. Хорошо, мне... капитан. Так, ну мы что-то восстановили. Отключаюсь. Связь. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами. Так, посмотрим, безопасности. Насколько требуется можно посмотреть, перезапуск. Что здесь есть. Так, это мы включили, да. Никаких ящиков нет. Ладно, пойдем. Вот, по-моему, в три места надо сгонять, чтобы это все включить. А потом там будет длинная очень морока со всеми лабораториями и тому подобное. Так что это нам еще на следующую серию вот так хватит просто. Если где мы там были. Ну, когда Ляру спасали, нам одной серии хватило, то здесь... Внимание у пользователей! Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется так, ручной перезапуск. Монорельс. Что-то я просто не пойму, куда я смотрю. Так. Что у нас тут? Опять крыша. Так, мы вот на крыше были. Ненавижу это место. Из-за того, что непонятно, куда идти. Монорельс. Тут всего монорельс и крыша, да? Угу. Давайте монорельс. Ой, что-то вылезло. Страшное вылезло. Реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Быстро, пожалуйста. Требуется ручной перезапуск. Так. Тут ничего нет. Это что? Реактор, ага, окей. Реактор так реактор. В любом опять там что-нибудь жопа какая-нибудь будет. Хотя, нам все равно лифт ехать. Так, ладно. Вы входите в главный реактор. Внимание пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами. Ну вот там уже нарисовались. Требуется ручной перезапуск. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Немножко требуется раздражает уже. Ручной перезапуск. Так, помехи. Это ж кто может быть? Вам непонятно вот стоять на месте? Вот такое... У них гель, наверное. А, да, я помню это место. С двух сторон надо обходить. С одной стороны где-то запертая рахни. Гет, да, гет, точно, забыла. Ох ты ж, какие вы борзы, мать вашу. Что непонятного в приказе стоять на месте?
скотина. Да, еще из-за помех непонятно вообще, есть кто тут или нет. Так, там... Внимание у пользователей! Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Так, требуется там пуск наверх. Перезапуск. Есть. Пуск наверх. Так, это что? Бросок. Обломался, да? Так. Быстро, 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 быстро. Когда быстро надо сделать, конечно же, ничего не получается. Так, главное не помереть. Внимание, так. Пользователей. Главный реактор и где ты? Отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется перезапуск. Где-то внизу, наверное. Не знаю, короче, где. Тут еще такой музон расслабляющий. Так. Давайте другой стороной пойдем. Я бы стойте по-прежнему здесь. Ну, не удалось, так не удалось. Вот чтоб я. ВИ активен. Подключен к вспомогательным службам. Что главное? Я могу для вас... Ты знаешь, почему выключили реактор? Прошу предположить. Бла-бла-бла. Короче, от тебя нет. Прошу никакой. Прощения. Бла-бла. Это все. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. Что с вами не то? Скажите мне. Так, я уже всех тонкостей не помню. Здесь, что ли, да? Подача. Так, типа все вроде бы. Там мы были. Тут, по-моему, где-то была запертая Рахни, насколько я помню. Давайте я ее поищу. Без вас. Так, я пробежалась. Вроде ничего нет. Как обычно, с моим энтузиазмом. Я так хорошо пробежалась. Угу. Так, а куда теперь? Нужно как-то выйти. Теперь куда? Крыша. Монорельсу, что ли, теперь? Я не уверена, но вроде бы так. Если было бы побольше бы времени подумать бы. Ой! Думаешь, что это такое? Это очередное говно вылезло. Так. А вот кафетерий. Вот что оно такое? Я прям секунду проверю просто. Ждите меня. Я скоро приду. Итак.
Блин, надо как-то назначить какие-то клавиши другие. Он каждый раз вот так вот меняет оружие, что мне не очень весело. Так. На всякий случай. Хотя мы тут, хотя это лифт, они все равно со мной пойдут. Вы входите в транзитно-очистной центр. Да, внимание, сейчас мы тут драться будем. Как же без в этого? В очистной камере наблюдается загрязнение. Доступ к монорельсу не рекомендуется. Так, сидите тут. Понятно. Молодцы. А, это тут, наверное. Тут запертая рахни. Я уж не знаю, зачем я ее выпустила. Ну как же не выпустить? Это же... О, великое чудо. Вообще было не обязательно это делать, но как бы ладно. Короче, кто-то попал в беду. Покончил с собой из-за того, что был замешан в случившемся? Он думал, что надежды выжить нет, и что убить себя будет проще. Вы активен. Подключен к вспомогательным службам. Что я могу для вас сделать? Расскажи, что здесь. Ой, господи, как ты достал. Требуется более точный запрос. От тебя есть... Подожди, подожди. От тебя есть какой-то толк? Вы получили ответы на этот запрос? Ладно, это все. Хорошо, капитан. Я отключаюсь. А ты что, тут, что ли? Как ты, как казалось? Зараза. Телепортом, видимо. Жесть. Ну, вам сложно, наверное, понять, что здесь вообще происходит. Так. Вы, как верное... Не удалось, понятно. Видимо, пока я всех не убью... Йо! Вообще не знаю, куда иду. Так. Монорельсы, понятно. Еще надо пройти этот путь. Сохранилось, это уже хорошо. То, что вот никого нет, это подозрительно. Никого. Где же все рахни-то? Ну, собственно, нам на станцию. Ничего нет тут? Ну, ладно. Отбытие с центральной станции. Пункт назначения станция Расселина. 48 минут. Вы прибываете на станцию Расселина. Научный комплекс Binary Helix. Так, постойте тут немножко. Я понимаю, что не удалось. Но тут, по-моему, что-то должно быть. Опасненькое. А, там у нас доступа нет. Тут, короче, серия квестов начнется. Вот. Это у нас что? Где я? Тут не подписано. Тут изолированная... Лаборатория, вентиляция. Ну, мы пока не можем туда пройти.
И вход только один, да? Ну да. Мы пока не можем никуда тронуться. К сожалению. Так. Вот там что? Это лаборатория. Ну, нам сейчас тоже. Нам нужно разрешение персонала получить. Это куда? Блин, вот не показывается. К научной станции, наверное. Наверное, так. Тут почему-то нет таких указателей, как вот на цитадели. А тут, на самом деле, похлеще цитадели. Тут запутаться вот в разы можно. Так. Ага, понятно. Стойте в лифте, пожалуйста. Отставить. Вот этот все-таки, это тот самый Вентрикс. Нам с ним поговорить. Простите, кто ж знает, что там на монорельсе? Эти твари могут управлять монорельсом? Черт их знает. Фактически я ни в чем не могу быть уверен. Фактически вы человек, и этого достаточно, чтобы я не стал стрелять. Но все-таки кто вы? Меня зовут Шепард. Я Спектр. Ох, такому тяжело вооруженному коню в зубы смотреть не стану. В общем и целом, на той неделе пришельцы захватили риск лаборатории. Оттуда выбрался один Ханалар, да и тот не в себе. Мы глазом не моргнули, а эти твари уже ломились на мой пост. Фактически тогда нас было куда больше. Вас застали врасплох. Вам пришлось защищать гражданских. Вы молодец, капитан. Да, фактически я в этом не уверен. Совет директоров прислал одну Азари, чтобы решить проблему. Вчера она зашла в риск лаборатории. С тех пор ничего не известно. Я не дам вашим людям погибнуть. Все, что я могу, это держаться и защищать гражданских. Возле монорельса есть аварийный лифт. Этой карточкой вы его включите. Он доставит вас в риск лаборатории. Да, если нужна медпомощь, доктор Коэн внизу в лазарете. Расскажите мне о станции Расселина. Я же не могу рассказать обо всем сразу. Что конкретно хотите знать? Расскажите мне о системе защиты. Тут достаточно безопасно. Можете не пугаться темных углов. Просто меня впечатлило, что вы выжили. Продержаться в течение недели – дело нелегкое. Фактически на такие посты назначают только самых лучших. Фактически, что мне больше всего нравится, так это турели и камеры. Они управляются из зала рядом с карантинными лабораториями. В общем и целом, один человек может перекрыть весь комплекс. К пульту управления будем отступать в последнюю очередь, а турели нас нормально прикроют. Что за исследования тут проводятся? Без понятия. Мне этого знать не надо. Пока никто не начал гибнуть, это не мои проблемы. Как ваши люди? Держатся? Первой волны мы не ожидали. Твари сюда прорвались. Мы потеряли нескольких ребят. В общем и целом у нас связаны руки. Сидим на стимуляторах, дежурим долгими сменами. Никому не нравится, но альтернативы не вижу. Вы уверены, что матриарх еще в риск-лабораториях? Назад она не выходила. Вы пришли с центральной, значит, там ее тоже нет. Ну, короче, нет смысла про пришельцев. Мне нужно вернуться к заданию. Да, я слышал... Черт, все по местам! Так... Ой! Наоборот! Сюда! Сдохли, урод! Все равно сдохли, как вы могли просто. Спасибо за помощь. Каждые пару часов из тоннеля выбирается несколько тварей. С тех пор, как заблокировали лифт, стало проще. Я постараюсь вам помочь.
Не знаю, зачем они бросаются под огонь. Фактически даже звери понимают, что не надо совать нос туда, где больно. Блин. Вот видите, постепенно текстурки появляются. Пол зарплаты за B204. Нажимаешь на курок и бзззз, полон холл свежесваренных жуков. Впервые вижу так много льда и снега. Меня смущает, что... Так, па-па-пам, монорельс. Так, офис. Как же это бесячая система немножко. Так. Теперь нам надо недоступные до этого места попасть. Ну да, вот. Так, и что у нас тут? Так. Видите, тут уже текстурки получше. Так, лазарет. Откуда они взялись? Вы же не пойдете в риск лаборатории. Правда? Так, что у нас тут? Тут у нас шкафчик. Очередной шкафчик. Еще шкафчик. Да. Осчитывал я за серию. Я что-то как-то подзабыла. Насколько здесь это так медленно продвигается. Ой. Так. Лазарет. Тут, по-моему, тоже есть серия квестов. Чем скорее мы покинем эту мерзлую планету, тем лучше. Неуверенность. Я приветствую вас. Я пришел помочь. Я слышал, здесь были какие-то проблемы. Затаенность. Я беспокоюсь о состоянии нашей охраны. Многие из них уже несколько дней не спали. Вынужденное дружелюбие. В настоящий момент ассортимент моих товаров ограничен. По-моему, сейчас не время для коммерции. Нервное возбуждение. Больше мне делать нечего. Какой смысл закрывать киоск? Какой же смысл закрывать киоск? Короче, давайте поглядим. Сожаление. Большая часть моих запасов была присвоена капитаном Вентралисом. Короче, понятно, магазин. Так. Лазарет. Так, охранник. Есть закурить? Ни одной не осталось. Курить? Что? Нет. Простите. Я почти не спал с момента нападения. Вам что-нибудь нужно? Какие работы здесь проводились? Я не могу сказать. Я дал подписку о неразглашении. Я хочу сохранить работу, если мы останемся в живых. Расположение ужасное, но платят лучше, чем в любой другой коммерческой лаборатории. Вам не нравится на вершине 15? Здесь не существует внешнего мира. Одни только стены изо льда и камня. Только работа, исследование. Легко забыть, для чего существует научная этика. Может, теперь мы за это расплачиваемся. Что вам известно о риск-лабораториях? Ничего. Я там не работал. Насколько я знаю, там выжил только Хан Алар. Он в лазарете? Нет, он остался в жилых помещениях для ученых. Будьте с ним помягче, он много пережил. Что вы тут делаете? Я токсиколог, я не могу обсуждать свою работу. Хотя после ЧП никакой работы уже не было. Здесь произошло ЧП? Я не могу говорить о том, что произошло. Не здесь, тут слишком много народа. Обратитесь к доктору Коэну, он в лазарете. Он был руководителем проекта.
Бенефи. Я ищу одну Азари. Азари? Вон там доктор Аэлис. Еще есть наши гости, леди Бенезия. Капитан Вентралис должен знать, где она. Как вы? Держитесь? Глупо жаловаться после того, как видел своих коллег с мозгами наружу. После нападения никто из нас почти не спал. Разумеется, оружие есть не у всех. Так. Я поговорю с вами позже. Не забудьте сообщать о любых подозрительных звуках. Так. Что у нас тут имеется? О, так. Давайте в лазарет сходим, но подождите. Мерзавцы эти ученые. Это... Что? Вы член научного коллектива? Да, меня недавно сюда перевели. Чем вы здесь занимаетесь? Молекулярной генетикой. И я специалист по биотически усиленным аллелеспецифичным гибридам. Для меня это слишком сложно. Я умею отслеживать наследуемые вариации генных последовательностей. Вам это вряд ли будет интересно. Вы член научного коллектива? Да, меня недавно сюда перевели. Чем вы здесь занимаетесь? Так. Молекулярной генетикой. И я специалист... Вам знакома матриархия? Почему вы спрашиваете меня, а не свою спутницу? Потому что мне ничего не известно о матриархе. А откуда мне знать? Расскажите мне о себе. Я Алестия Аэлис, университет Арейса. Вас интересует что-либо конкретное или просто россыпь случайных фактов? Я вам как-то помешал? Я медитировала. Представителю вашего неспокойного вида это может показаться рассеянностью. Вы, кажется, не так встревожены, как все остальные. Это одно из полезных свойств прерванной вами медитации. Так. Тут с ней все. Пока что это все. Тогда я вернусь к своей медитации. Давайте посмотрим, есть тут с кем еще поговорить. Ну что, сколько жуков на счету? У меня 24. Ученый. У меня уже закончился контракт. Ну, давайте в лазарет отправимся. Или мы тут уже, господи, я не... Так, карантинной лаборатории. Нет, вот лазарет. Лазарет находится внизу. Капитан, очевидность, что я могу сказать. Так, давайте тут сохранимся, к сожалению. Знаю. Ты бы уже создал лекарство. Да, тут, по-моему, будет квест собрать лекарство, поэтому следующая серия будет насыщенная опять. Я даже не могу предсказать, сможем мы наконец-то отсюда убраться или нет. Потому что когда в обычном режиме я проходила, я даже вообще не задумывалась, сколько это задание длится. Ну, часа 3 точно, наверное. Поэтому как-то так. Давайте здесь. О, тут. Система включена и готова выполнять аварийные функции. О, давай. Ты можешь запустить эту аппаратуру? Конечно, капитан. Одну минуту, пожалуйста. И чё? А, прикольно. А я всё гадал, как их вылечить, наконец, моих... Идиотов, которые рвутся в бой и подыхают при первом же выстреле. Ну, ладно. Короче, разговоров слишком много. А нам нужно за следующую серию очень много сделать. Попытаюсь завтра записать, потому что вот этот вид мне не сильно нравится. Я только одна причина, вот, чтобы побыстрее это все сделать. И в нормальный вид перейти. Мне как-то в нормальном виде... Более благоприятно и более приятно вообще играть. Поэтому, ладно. С вами была Кида. До следующей серии. Всем пока.